20 к 1628.06.2018 обновлено 21.39.28 июня 2018 года 186.131 Москва 28 июня РИА Новости. Бюст Евгения Примакова открыли в четверг в МГИМО. Именем бывшего премьер-министра и востоковеда также названа главная аудитория нового корпуса вуза, сообщил на торжественной церемонии ректор университета Анатолий Таркунов. «Мы открываем бюст и называем именем Евгения Максимовича нашу главную аудиторию, где проходит очень много важных встреч, и где он не раз выступал. Мне бы очень хотелось, чтобы студенты-первокурсники, когда, осенью, придут в университет, чтобы они вошли уже в аудиторию, которая носит имя Примакова», — сказал Таркунов. Он отметил, что для университета, друзей, коллег, учеников Примакова он был и останется совершенно особой фигурой, особой личностью. Таркунов напомнил, что Примаков, будучи известным ученым, журналистом, а затем политиком и государственным деятелем, внес и большой педагогический вклад в развитие МГИМО. Именно по инициативе Евгения Максимовича здесь начал читаться курс, который был посвящен стратегическим вопросам разведки. Именно благодаря Евгению Максимовичу наши студенты имели возможность встретиться со многими выдающимися советскими и российскими разведчиками-ветеранами. Евгений Максимович, несмотря на серьезнейшую занятость, находил время, чтобы преподавать. Он вел здесь по методике, которую сам в свое время с коллегами изобрел, предмет, который называется ситуационный анализ, добавил Таркунов. На вечере присутствовали члены семьи, друзья и коллеги Примакова, в том числе бывший президент Республики Северная Осетия Алания, заместитель председателя комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Александр Дзасухов, глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова, бывший глава СВР РФ, вице-президент РСНД Вячеслав Трубников, скульптор Зураб Церетели. Евгений Примаков, советский и российский государственный деятель, был одним из ведущих отечественных востоковедов, крупным специалистом в области мировой экономики и международных отношений. В разные годы возглавлял правительство, МИД, СВР. 24 марта 1999 года возглавлявший правительство РФ Евгений Примаков, который летел с официальным визитом в США, развернул над океаном свой самолет и вернулся в Москву в знак протеста против начала бомбардировок Югославии. Это событие вошло в историю как разворот над Атлантикой. Примаков скончался 26 июня 2015 года.